«Поток. Психология оптимального переживания». Автор Михай Чиксент-Михай. Еще 2300 лет назад древнегреческий философ Аристотель пришел к заключению, что более всего на свете человек желает счастья. Но мы до сих пор не знаем, что такое счастье и как его достичь. Это саммари о том, как научиться быть счастливым, вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире, и научиться достигать максимальной продуктивности, высокой мотивации и свободы. Важно понять, что счастье – не результат везения или случайности. Его нельзя купить за деньги или добиться силой. Оно зависит не от происходящих вокруг событий, а от нашей их интерпретации. Счастье — это состояние, которое каждый должен растить и хранить внутри себя. Люди, научившиеся контролировать свои переживания, смогут сами влиять на качество своей жизни. Только так каждый из нас может приблизиться к тому, чтобы быть счастливым. Счастье нельзя обрести, сознательно задавшись такой целью. Мы находим счастье, только полностью погрузившись в те мелочи, из которых состоит наша жизнь. Наше восприятие жизни есть результат действия различных сил, придающих форму нашим переживаниям. В те редкие моменты, когда мы ощущали контроль над своими действиями, господство над собственной судьбой, мы чувствуем воодушевление, особую радость. Эти чувства надолго остаются в нашем сердце и служат ориентиром в жизни. Это и есть оптимальное переживание, и оно наиболее близко к тому, что мы обычно называем счастьем. Достигнув контроля над своей психической энергией, расходуя ее на выполнение осознанно выбранных целей, человек становится более сложной, более многогранной личностью. Совершенствуя свои навыки, бросая вызов все более сложным задачам, он непрерывно развивается и чувствует себя счастливым. Пути к освобождению. Почему мы беспомощны перед лицом хаоса, препятствующего счастью? Во-первых, мудрость нельзя представить в виде формулы и планомерно применять. Этот путь должен самостоятельно пройти каждый индивид. Недостаточно просто знать, как это делается. Нужно целенаправленно делать это, подобно спортсменам и музыкантам, постоянно отрабатывающим на практике то, что они выучили в теории. Во-вторых, знание о том, как контролировать свое сознание, зависит от эпохи. Например, духовные практики йога и дзен-буддизм некогда являлись высшим достижением но перенесенные в наше время, они потеряли часть своей силы. Человек может сделать себя счастливым или несчастным, вне зависимости от того, что в действительности происходит снаружи, просто изменяя содержание своего сознания. Информация оказывается в нашем сознании потому, что мы намеренно концентрируемся на ней. Важнейшим орудием в деле улучшения качества нашего переживания является внимание. Именно оно выбирает из великого разнообразия доступной информации содержательную. Без него невозможна никакая работа. И то, как мы расходуем наше внимание, какие мысли, чувства, воспоминания пропускаем в наше сознание, определяет наше личностное развитие. Оптимальное переживание. Всякий раз, когда входящая информация нарушает упорядоченность нашего сознания, мы оказываемся в состоянии внутреннего беспорядка. Противоположностью состоянию этого психического беспорядка служит оптимальное переживание. Если поступающая в наше сознание информация находится в согласии с нашими целями, психическая энергия течет безо всяких препятствий. Если мы на секунду задумаемся о правильности своего поведения, ответ приходит незамедлительно. Все идет как надо. Возможность ощущать правильность действий укрепляет нас, и мы можем уделять больше внимания решению внешних и внутренних задач. Оптимальное переживание достигается в ситуациях, когда индивид может свободно направлять внимание на достижение своих целей, потому что ему не нужно бороться с внутренним беспорядком и защищаться от каких-либо угроз. Мы называем подобное состояние состоянием потока. Потому что в эти моменты, как будто плывем по течению, нас несет поток. Состояние потока противоположно психическому беспорядку. И те, кто способен испытать его, отличаются большей силой и уверенностью в себе, потому что могут направить на достижение своих целей больше психической энергии. Если человек способен так организовать свое сознание, чтобы состояние потока возникало как можно чаще, Качество его жизни неминуемо начнет улучшаться, потому что даже самые скучные занятия приобретут смысл. Каждый, кому довелось пережить состояние потока, знает, что величайшая радость, которую оно приносит, достигается путем сильной самодисциплины и концентрации. Усложнение и рост личности В результате переживания потока наша личность становится уникальной потому что преодоление препятствий неизбежно делает человека более способным, более умелым. Если мы выбрали цель и сконцентрировали на ней всю свою психическую энергию, все, что мы будем делать, принесет нам радость. Состояние потока важно не только потому, что оно позволяет нам получать удовольствие от настоящего, но и потому, что оно укрепляет нашу уверенность в себе, которая побуждает нас осваивать новые умения и совершать достижения во благо человечества. радость и качество жизни. Для улучшения качества жизни существуют две основные стратегии. Можно попытаться подстроить внешние условия под наши цели. Или же изменить восприятие нами внешних условий так, чтобы они лучше соответствовали нашим целям. Например, можно повысить ощущение безопасности, купив оружие и установив надежный замок на входной двери. Или же признать, что некоторый риск неизбежен, и получать удовольствие от не вполне предсказуемого мира, не давая мыслям о потенциальных угрозах отравлять наше благополучие. Ни одна из этих стратегий не будет эффективной, если пользоваться ей отдельно. Тем не менее, люди продолжают верить, что решение проблемы можно найти, всего лишь изменив внешние обстоятельства. Богатство, власть, положение в обществе в нашей культуре стали общепринятыми символами счастья, и нам кажется, что мы достигнем счастья, как только станем обладателями подобных символов. Конечно, слава, деньги или физическое здоровье могут украсить жизнь. Но лишь в том случае, если все это гармонично включается в уже имеющуюся позитивную картину мира. Удовольствие и переживание радости Хотя удовольствие и является одним из важных составляющих качества жизни, Само по себе оно не приносит счастья. Удовольствие помогает поддерживать порядок, но само по себе оно не может создать его, то есть перевести сознание на новый уровень. Существуют более важные переживания – переживания радости. Для них характерно движение вперед, чувство новизны, ощущение достижения. Радость приносит, например, напряженная игра в теннис или чтение книги, предлагающей неожиданный взгляд на вещи, или разговор, в котором мы вдруг высказываем новые для себя идеи. После радостного события мы чувствуем, что переменились, что наше «я» выросло и стало более сложным. Человек может испытать удовольствие безо всяких усилий, но невозможно пережить радость от игры в теннис, чтения книги или разговора, если не сосредоточить на этой деятельности все свое внимание. Именно поэтому радость столь мимолетна, и по той же причине удовольствие не приводит к личностному росту. Чтобы обрести контроль над качеством своей жизни, нужно научиться извлекать радость из повседневных дел. Сложная деятельность, требующая умения. Наиболее часто упоминаемыми занятиями, приносящими радость, являются чтение и общение. На первый взгляд может показаться, что второе является исключением из правил поскольку не требует никаких особых умений. Однако любой застенчивый человек скажет вам, что это не так. Любое занятие предлагает человеку множество возможностей для действия, бросает своеобразный вызов его навыкам и умениям. Оптимальное переживание можно получить не только в процессе проведения досуга. Стрижка газона или ожидание в приемной стоматолога также может приносить радость, если переструктурировать свою деятельность, внеся в нее цели и правила, способствующие возникновению состояния потока. Главное помнить, что чем бы ни занимался субъект, его способности должны соответствовать сложности, стоящей перед ним задачи. Слияние действия и осознания. Концентрация. При оптимальном переживании человек настолько погружен в задачу, что его деятельность становится почти автоматической и он перестает осознавать себя отдельно от совершаемых действий. Хотя состояние потока кажется спонтанным и не требующим никаких усилий, оно на самом деле часто сопряжено с большим физическим напряжением или высокой умственной концентрацией. Малейшее ослабление концентрации уничтожает его. Но пока оно длится, сознание функционирует ровно. Действия следуют одно за другим. В состоянии потока нет потребности реагировать и анализировать потому что действие, как по волшебству, само несет нас вперед. В повседневной жизни мы часто становимся жертвами неприятных мыслей и тревог, непрошено вторгающихся в наше сознание. Вот почему состояние потока способствует улучшению качества жизни. Сосредоточенность вместе с ясными целями и немедленной обратной связью привносит порядок в сознание и побеждает психический беспорядок. Кроме того, когда человек по-настоящему поглощен своей деятельностью, у него не остается свободного времени, чтобы анализировать какие-либо неактуальные в данный момент стимулы. Для состояния потока важно наличие ясных целей и обратной связи. Поэтому пока человек не научится ставить цели и улавливать обратную связь, он не сможет получать радость от своей деятельности. Важнейшим свойством оптимального переживания является его самодостаточность. Иными словами, его главная цель заключается в нем же самом. Оптимальное переживание сильно отличается от тех переживаний, которые мы обычно испытываем в повседневной жизни. К сожалению, очень многое из того, что мы делаем, не имеет никакой ценности само по себе. Люди часто чувствуют, что время, проведенное на работе, потрачено впустую. А некоторые не в состоянии получать радость даже в свободное время. Досуг дает возможность отдохнуть от работы, но он, как правило, представляет собой пассивное поглощение информации и не позволяет использовать какие-либо умения или исследовать новые возможности. Оптимальное переживание поднимает личность на качественно иной уровень. Скуку сменяет радость. Беспомощность превращается в ощущение собственной силы. Психическая энергия больше не расходуется впустую на внешние цели, а способствует укреплению нашего «я». Ощущения, испытываемые человеком в состоянии потока, так сильны и благодатны, что он снова и снова возвращается к этой деятельности, не останавливаясь перед возможными трудностями и опасностями и мало интересуясь, что он получит в итоге. Иногда подобное состояние случается в результате благоприятного стечения обстоятельств. Однако в большинстве случаев оно является результатом занятия структурированной деятельностью или следствием способности индивида вызывать состояние потока, а часто и того, и другого одновременно. Основной смысл потоковой деятельности состоит в обретении радости. Потоковые ощущения словно переводят человека в новую, еще неизведанную им реальность, расширяя горизонты его способностей. Другими словами, они изменяют личность, делая ее более сложной. В развитии личности и заложен ключ к пониманию смысла потоковой деятельности. Есть люди, которые в силу особенностей функционирования их психики не способны к переживанию потока. Например, человек, постоянно обеспокоенный тем, что о нем подумают другие, опасающийся произвести плохое впечатление или сделать что-нибудь не так, лишается способности ощущать радость бытия. Это же касается и тех людей, которые рассматривают все с точки зрения своих личных интересов. Обе крайности не позволяют человеку контролировать свое внимание. Из-за этого он не может получать удовольствие от своей деятельности и утрачивает возможности для личностного роста. Роль семьи в развитии самодостаточной личности. Семейная ситуация, стимулирующая развитие способности достигать состояния потока, отличается пятью характеристиками. Ясность в отношениях. Интерес родителей к тому, что думает и чувствует их ребенок в настоящий момент. Они озабочены с тем, в какой колледж он поступит, и удастся ли ему получить хорошо оплачиваемую работу. Предоставляемая детям возможность выбора. Чувство общности, доверие между членами семьи, позволяющее подростку отбросить психологическую защиту и погрузиться в интересующие его занятия. Постановка достойных задач перед детьми, то есть создание возможностей для их совершенствования. Наличие всех перечисленных выше характеристик создает так называемый самодостаточный семейный контекст, наилучшим образом развивающий способность радоваться жизни. Люди потока. Особенности характера, свойственные самодостаточным личностям, наиболее ярко проявляются тогда, когда люди попадают в тяжелые жизненные условия. Затерявшись во льдах Антарктики, или сидя в камере одиночного заключения, они превращают окружающую их безрадостную действительность в поле активной деятельности и борьбы, приносящей радость. Согласно исследованиям, такие люди выживают потому, что могут превратить объективно опасные и угнетающие обстоятельства в поле для исследований и ведут себя так, как будто находятся в состоянии потока. Они с пристальным вниманием изучают мельчайшие детали окружающей их обстановки пытаясь обнаружить скрытые возможности для действия, а также ставят перед собой достижимые цели и тщательно отслеживают свое продвижение вперед, после чего повышают ставки, усложняя себе задачи. Когда им угрожают враждебные обстоятельства, они восстанавливают чувство контроля над ситуацией, отыскивая новое направление для своей психической энергии. Александр Солженицын, вспоминая время своего заключения в Лефортовской тюрьме, рассказывал, как один из его сокамерников, нарисовав на тюремном полу карту мира, совершал воображаемое путешествие через Азию и Европу в Америку, в день проходя по несколько километров. Подобные игры изобретались узниками во все времена. Всех этих людей объединяет одна общая черта – наличие важной цели, стоящей выше личных интересов. Обладая достаточным количеством свободной психической энергии, чтобы объективно анализировать ситуацию, они имеют больше шансов обнаружить новые возможности для действий. Вероятно, именно эта черта является ключевой в структуре личности, цели, которые находятся в ней самой. Один из крупнейших философов нашего времени, Бертран Рассел, так описал свою дорогу к счастью. Постепенно я научился быть безразличным к себе и своим недостаткам. Мое внимание все больше сосредоточивалось на внешних объектах. Мировых событиях, различных областях знаний, людях, к которым я испытывал привязанность. Пожалуй, трудно найти более емкое описание того, как можно стать самодостаточной личностью. Тело, сознание и поток. Если научиться контролировать способности своего тела и упорядочивать физические ощущения, психический беспорядок в сознании уступит место радостной гармонии но тело не создает состояние потока одними лишь движениями. Всегда необходимо участие сознания. Даже такую простейшую форму физической активности, как прогулку пешком, можно превратить в сложную потоковую деятельность, почти в искусство, ведь у прогулки может быть великое разнообразие целей. Большую радость можно ощутить и тогда, когда просто разговариваешь с друзьями, работаешь в саду или занимаешься каким-то другим любимым делом. Все эти виды деятельности не требуют особых материальных затрат, но в них надо вкладывать психическую энергию, поэтому они приносят нам ощущение гармонии, в то время как занятия, для которых нужны внешние ресурсы, часто задействуют внимание в меньшей степени и потому не приносят такого удовлетворения. Секс как поток. Когда люди думают о радости, обычно первое, что приходит в голову — секс. Но один и тот же половой акт может вызвать чувство боли, обиды, горечи или страха. Он может восприниматься нейтрально, может заставить ощутить радость или экстаз, в зависимости от того, как он соотносится с целями личности. В сущности, чтобы получать удовольствие от секса, нужно всего лишь хотеть этого и быть физически здоровым. Но если не преобразовать секс в деятельность, приносящую радость, он быстро станет скучным превратиться в бессмысленный ритуал или зависимость. Одной из форм развития сексуальности является овладение техникой секса. Также важно, чтобы помимо собственного удовольствия и наслаждения процессом, любовник ощущал подлинную заботу о партнере. Взаимоотношения в паре, чтобы приносить радость, должны становиться все сложнее. Партнеры должны научиться находить новые возможности в себе и друг в друге. Сексуальность, как и любой другой аспект человеческого бытия, доставляет радость, если мы готовы взять ее под контроль и усложнять. Поток через ощущения. Зрение чаще всего используют как дистанционную сенсорную систему. Способность видеть, однако, может обеспечить нам и постоянное переживание радости. Один из лучших способов развития навыков восприятия Предлагает изобразительное искусство, тоже можно сказать и о музыке. Она помогает упорядочивать сознание слушателя и тем самым снижает психический беспорядок. Музыка способна не только избавить нас от скуки и тревоги, но и при серьезном отношении к ней может порождать потоковые переживания. Еда, как и секс, входит в число основополагающих удовольствий, заложенных в нашей нервной системе. Но многие люди по-прежнему почти не замечают то, что забрасывают себе в рот, тем самым лишаясь богатейшего источника радости. Чтобы превратить биологическую потребность в потоковое переживание, нужно обращать внимание на то, что мы едим. Развитие хорошего вкуса в еде, как и любое другое мастерство, требует вложения психической энергии. Но эти энергетические вложения вернутся вам, старицей в виде более сложных, многогранных ощущений. Поток мысли. В одиночестве, без необходимости концентрировать внимание, мы обнаруживаем, что сознание начинает погружаться в хаос. Если человек не умеет произвольно упорядочивать сознание, внимание неминуемо остановится на какой-нибудь мучающей его проблеме. Чтобы избежать этого, люди стремятся занять свой ум любой доступной информацией, лишь бы она отвлекла их внимание от обращения внутрь себя и фиксации на неприятных мыслях. Именно поэтому огромное количество времени проводится перед телевизором, хотя это занятие редко приносит радость. Гораздо лучший способ борьбы с хаосом в сознании заключается в том, чтобы самостоятельно контролировать свои психические процессы. Одним из простейших способов структурирования сознания являются мечты и фантазии в форме проигрывания в уме какой-нибудь последовательности событий. Они помогают найти оптимальную стратегию поведения в той или иной ситуации, увидеть новые альтернативы. Это, в свою очередь, помогает повысить сложность сознания. Также среди множества интеллектуальных занятий, наиболее часто упоминаемые потоковой деятельностью, являются чтение и разгадывания интеллектуальных загадок. Развитие интеллекта. Все формы умственной потоковой деятельности прямо или косвенно зависят от памяти. Человек, помнящий истории, стихи, тексты песен, результаты бейсбольных матчей, химические формулы, исторические даты и мудрые афоризмы, обладает множеством преимуществ по сравнению с тем, кто не способен развить в себе такой навык. Он всегда может найти осмысленный повод для радости в содержании своей памяти. Кроме того, он всегда желанный собеседник, поскольку может поделиться, хранящейся в его сознании информацией, и тем самым помочь тому, с кем он общается, упорядочить сознание. Наиболее естественный путь для развития памяти заключается в том, чтобы выбрать по-настоящему интересную вам область, начать уделять внимание ключевым фактам и цифрам. Именно вам решать, что будет храниться в вашей памяти. Тогда вы будете контролировать информацию. И весь процесс заучивания наизусть станет не навязанной рутиной, а приятным занятием. Игра слов. Богатый словарный запас и беглость речи относятся к числу важнейших качеств делового человека. Умение говорить обогащает взаимодействие. Почти утраченное ныне искусство ведения беседы несет в себе возможности повысить качество жизни, и этому может научиться любой. Основное творческое применение языка — это поэзия. Она позволяет разуму сохранять переживания в видоизмененной и концентрированной форме, и потому идеально для упорядочивания сознания. Те же преимущества имеет сочинение прозы. Дружба с историей Одним из приятнейших способов упорядочивать сознание и доставлять радость является сбор записи хранения информации о разнообразных великих и малых событиях. Наличие упорядоченных записей о прошлом может улучшить качество нашей жизни. Самое простое — начать сведение личного дневника. Как только человек дает себе труд разобраться, какие именно аспекты прошлого вызывают у него интерес, и решает исследовать их глубже, сосредоточившись на деталях, Изучение истории превращается в неисчерпаемый источник потоковых переживаний. Радости науки Сегодняшняя наука похожа на дорогой конвейер по производству знаний. Но открытия по-прежнему нередко совершаются людьми, которые просто сидят на скамейке у рынка, растворившись в собственных мыслях и не замечая ничего вокруг. Важно помнить, что многие великие ученые занимались наукой не ради правительственных грантов или славы, а потому что им приносила радость работа с изобретенными ими методами. Мыслительный процесс, делающий науку привлекательной, доступен каждому. Заниматься ей стоит в первую очередь потому, что это прекрасный способ привнести порядок в свое сознание. Работа как поток. Работа оказывает огромное влияние на общую удовлетворенность жизнью. Если человек испытывает состояние потока в работе, он, скорее всего, сможет улучшить качество своей жизни в целом. Свободный труд, требующий мастерства, способствует усложнению личности, в то время как неквалифицированная работа, выполняемая по принуждению, лишь усиливает внутренний психический беспорядок. Для того, чтобы избежать последнего, нужно фокусировать свое внимание на возможностях для действия, предлагаемых окружением, и обогащать содержание работы. Другой подход заключается в изменении самой работы так, чтобы она способствовала возникновению состояния потока. Чем больше работа напоминает командную игру, тем больше радости получит тот, кто ее выполняет, независимо от уровня его развития. Чтобы улучшить качество жизни посредством работы, необходимо перестроить деятельность таким образом, чтобы она как можно больше напоминала потоковую активность, а также оттачивать свое мастерство, ставя достижимые цели. Это может значительно увеличить число оптимальных переживаний в нашей жизни. Хотя люди чаще всего стремятся побыстрее закончить работу и отправиться домой, часто они не имеют ни малейшего представления о том, как провести свободное время. Вместо того, чтобы использовать свои физические и умственные ресурсы для погружения в состояние потока, большинство из нас проводит многие часы перед телевизором, наблюдая за актерами и спортсменами. Между тем, Массовая культура и массовое искусство поглощают огромное количество нашей психической энергии, не давая ничего взамен, оставляя нас еще более опустошенными, чем прежде. До тех пор, пока человек не примет на себя ответственность за организацию как своей работы, так и свободного времени, и то, и другое будет приносить ему разочарование. Радость общения с собой и с другими. Еще одним фактором, влияющим на качество жизни, являются отношения с другими людьми. Если мы научимся преобразовывать их в потоковые переживания, качество нашей жизни в целом существенно улучшится. Но мы также ценим уединение и часто хотим побыть наедине с собой. При этом нередко оказывается, что стоит этому желанию осуществиться, как мы погружаемся в уныние, чувствуем себя покинутыми и начинаем страдать от того, что нечем заняться. Боязнь остаться одному является одним из наиболее сильных свойственных человеку страхов. Важно сознавать, что пока человек не научится переносить одиночество и даже получать от него удовольствие, ему будет очень сложно решать задачи, требующие полной концентрации. Однако и самые болезненные события, как правило, также связаны с отношениями. Как все, что по-настоящему имеет значение, отношения могут сделать нас счастливыми если мы живем в согласии с окружающими. Но если возникают конфликты, мы становимся несчастными. Тот, кто научился хорошо ладить с другими, несомненно ощутит значительное улучшение качества жизни в целом. Боль одиночества Ничто так не портит настроение, как пребывание в одиночестве, когда при этом ничего не нужно делать. В этом состоянии очень трудно поддерживать порядок сознания, Когда извне не поступают никаких стимулов, внимание начинает блуждать, и в мыслях воцаряется хаос, в результате чего мы погружаемся в состояние психической энтропии. Беспокойство о личной жизни, здоровье, семье и работе постоянно присутствуют на периферии сознания, в ожидании момента, когда концентрироваться будет не на чем. Стоит разуму расслабиться. И потенциальные проблемы тут как тут. Именно по этой причине телевидение оказалось благом для стольких людей. Мелькание экрана вносит в сознание некую упорядоченность, а информация не пускает в сознание неприятные мысли. Возможность развития, позволяющая одновременно радоваться жизни, заключается в том, чтобы из психического беспорядка, который является неизбежным условием существования, создавать порядок более высокого уровня. Это означает, что каждый новый вызов, бросаемый нам жизнью, следует воспринимать не как что-то, чего нужно во что бы то ни было избежать, а как возможность для учебы и самосовершенствования. В одиночестве сможет выжить лишь тот, кто найдет способ упорядочить свое внимание и не дать внутреннему беспорядку разрушить свой рассудок. Человек может заниматься потоковой деятельностью практически в любых условиях. Но до тех пор, пока он не научится наслаждаться одиночеством, значительная часть его психической энергии будет расходоваться на безнадежные попытки избежать его. Радость дружбы. Дружба приносит нам радость, и для этого необходимы все те же условия, что присутствуют в других потоковых занятиях. Нужно не только иметь общие цели и давать друг другу обратную связь, но и решать во взаимодействии с другим человеком новые задачи. Они могут заключаться в том, чтобы просто побольше узнать о своем друге, открыть новые грани его индивидуальности, а в процессе этого глубже изучить и самого себя. Дружба приносит радость только в том случае, если мы используем заложенные в ней возможности для самовыражения. Если человек окружает себя друзьями, которые просто подкрепляют его общественный статус, не интересуясь его истинными мыслями и мечтами, и не вдохновляя на новые дела, он лишает себя полноты ощущений подлинной дружбы. Дружеские отношения редко продолжаются сами по себе. Их нужно развивать и работать над ними столь же усердно, как над карьерой или семейной жизнью. Борьба со стрессом. Катастрофа, препятствующая достижению основной цели в жизни, может сокрушить личность, заставляя ее направить всю свою психическую энергию на защиту оставшихся целей от дальнейших ударов судьбы. Но она может также и поставить новую, более ясную задачу — преодолеть несчастье. Если человек выбирает второй путь, качество его жизни вовсе не обязательно пострадает в результате трагедии. События, кажущиеся катастрофой, может неожиданным образом обогатить жизнь пострадавших от него. Существуют два основных способа реагирования на стресс. Зрелая защита и невротическая незрелая защита. Допустим, вас уволили с работы. Вы можете замкнуться в себе, начать поздно вставать, отрицать случившееся события и избегать мысли о нем. Также вы можете попытаться выплеснуть негативные эмоции на семью и друзей, или утопить разочарование в алкоголе. Все эти поступки будут примерами незрелой защиты. Другой вариант реагирования заключается в том, чтобы временно подавить свой гнев и страх, логически проанализировать ситуацию и переформулировать проблему так, чтобы ее было проще решить. Например, вы найдете такую работу, где ваши навыки более востребованы, или научитесь чему-нибудь еще. В этом случае, вы прибегнете к зрелой защите. Способность находить в несчастьях что-то позитивное является редким даром. Тех, кто им обладает, называют выживающими. Про них также говорят, что им присуща стойкость или мужество. Неудивительно, что люди ценят эту способность больше других достоинств, поскольку она способствует выживанию и помогает улучшить качество жизни. Те, кто знает, как преобразовать безнадежную ситуацию в новую потоковую деятельность, под властную контролю, переживают испытания с радостью и выходят из них окрепшими. Подобное преобразование включает три основных шага. Неэгоистичная самоуверенность. Человек ощущает себя частью происходящего вокруг и пытается сделать все возможное в рамках той системы, в которой он должен действовать. Если ваша машина не заводится, сколько бы вы ни кричали на нее, ничего не изменится. Более разумный подход ⁇ признать очевидное. Машине все равно, что вам срочно нужно ехать на важную встречу. Или вызываете такси, или отменяете дела. Сфокусированность внимания на внешнем мире. Направляя внимание на происходящее вокруг, мы снижаем разрушительное воздействие стресса. Человек, уделяющий внимание окружающему миру, становится его частью, встраивается в систему, связывая себя с ней посредством психической энергии. Это, в свою очередь, позволяет ему лучше понять свойства системы и найти лучшие способы адаптации к стрессовой ситуации. Если не терять связь с происходящим, можно увидеть новые возможности, которые позволят отреагировать по-настоящему эффективно. Открытие новых решений можно сосредоточить внимание на препятствиях и устранить их. Такой подход называют прямым. Второй путь предполагает концентрацию на ситуации в целом. Раздумья над тем, можно ли поставить иные, более адекватные ей цели и найти новые решения. Если вас уволили, вы можете пойти доказывать начальнику, что тот не прав, или же найти себе занятие в другом отделе. Практически в каждой ситуации можно найти возможности для роста. Но для того, чтобы такое преобразование стало возможно, человек должен быть готов к восприятию неожиданных возможностей. Самодостаточная личность Здоровый, богатый и могущественный человек не имеет преимуществ перед больным, бедным и слабым, когда речь идет об установлении контроля над сознанием. Самодостаточную личность отличает способность с легкостью превращать потенциальные угрозы, в задачи, решение которых приносит радость и поддерживает внутреннюю гармонию. Это человек, который никогда не испытывает скуку, редко тревожится, включен в происходящее и большую часть времени переживает состояние потока. Основные цели самодостаточной личности формируются в ее сознании в процессе оценки переживаний, то есть создаются ею самой. Правила, следуя которым можно развить в себе качество такой личности, просты и напрямую связаны с моделью потока. В кратком изложении они выглядят так. Ставить цели и уделять внимание результатам своих действий. Полностью погрузиться в деятельность. Уделять внимание происходящему вокруг. Научиться радоваться сиюминутным переживаниям. Создание смысла. Способность испытывать состояние потока в одной области вовсе не означает, что человек сможет достигать его всегда и во всем. До тех пор, пока занятия и увлечения, приносящие нам удовлетворение, не связаны воедино высшим смыслом, мы не защищены от вторжения хаоса. Для того, чтобы не утратить способность к оптимальным переживаниям, человеку необходимо сделать еще один, заключительный шаг в восстановлении контроля над сознанием. Этот шаг подразумевает превращение всей жизни в одно потоковое переживание. Если человек ставит перед собой достаточно сложную цель, из которой логически следуют все прочие цели, и если он направляет всю свою энергию на развитие навыков, необходимых для достижения этой цели, тогда чувства и действия придут в состояние гармонии, и разрозненные части жизни соединятся вместе. Все, чем такой человек занимается, имеет смысл в настоящем и связано с прошлым и будущим. Именно так можно наделить смыслом всю свою жизнь. Выработка решительности. К любой цели нужно относиться серьезно, а любая задача требует определенных действий. Между ценностью цели и усилиями, необходимыми для ее достижения, существует взаимосвязь. Выполнение цели требует множества усилий, но именно эти усилия и наполняют смыслом достижения цели. Самопознание — способ, посредством которого человек может упорядочить свои цели. Внутренний конфликт возникает из-за того, что за психическую энергию борется слишком много противоречащих друг другу желаний и целей. Единственная возможность преодолеть психологический конфликт между разными целями, борющимися за внимание человека — заключаются в том, чтобы отделить существенные цели от неважных и построить между ними иерархию приоритетов. Прежде чем вложить в ту или иную цель значительное количество психической энергии, стоит ответить себе на вопросы. Действительно ли я хочу этим заниматься? Доставляет ли мне это радость? Буду ли я наслаждаться этим в будущем? Стоит ли это дело той цены, которую придется заплатить? Если индивид не потрудился разобраться, чего же он на самом деле хочет, а его внимание настолько поглощено внешними целями, что он не замечает собственные чувства, он не сможет осмысленно планировать свои действия. Возвращение гармонии. Суть стратегии, благодаря которой можно найти смысл существования, заключается в том, чтобы искать способы упорядочения своего сознания в опыте, накопленном прошлыми поколениями. Культура аккумулировала огромные знания, готовые к использованию, и они доступны каждому, кто хочет создать гармонию из хаоса. Однако большинство людей игнорирует эти достижения, хотя поступать так все равно, что каждому поколению заново выстраивать все здание человеческой культуры. Ни один человек в здравом уме не захочет повторно изобретать колесо, огонь, электричество и миллион других объектов, знания о которых мы получаем в процессе обучения. Точно так же и пренебрежение к накопленной нашими предками информации и желание самостоятельно открыть достойные жизненные цели есть проявление слепого высокомерия. Шансы на успех в подобном предприятии примерно такие же, как при попытке построить электронный микроскоп без инструментов и знания физики. Если мы лучше поймем, почему мы такие, какие мы есть, и разберемся в происхождении инстинктивных влечений, социальных стереотипов, культурных различий, словом всех тех факторов, что оказывают влияние на формирование сознания, нам будет проще направить свою энергию куда следует. Большинство людей, открывших для себя сложные жизненные темы, вспоминают, что восхищались каким-нибудь человеком или историческим деятелем который и послужил для них образцом для подражания. Некоторые увидели новые возможности для действия в восхитившей их книге. В лучших литературных произведениях можно почерпнуть немало примеров жизней, построенных на стремлении к достойной и осмысленной цели. Многие, столкнувшиеся с вопросами о смысле существования, обрели надежду, узнав, что и другие до них пытались решать те же проблемы и смогли сделать это. Научившись отделять себя от других, мы должны научиться принимать мир таким, какой он есть, не теряя при этом с трудом обретенной индивидуальности. Мы должны верить в то, что Вселенная есть система, управляемая общими законами, с которыми нам придется согласовывать наши мечты и желания, смирившись с тем, что нам необходимо сотрудничать с окружающим миром, а не управлять им. Мы, скорее всего, ощутим облегчение — знакомая воротившемуся домой изгнаннику. Проблема смысла жизни будет решена, когда наши личные цели сольются с потоком бытия. 10 лучших мыслей. Счастье — это умение держать свои переживания под контролем. Самодостаточная личность умеет находить смысл в жизни и деятельности решительно и гармонично. Поток — противоположность внутреннему беспорядку. В состоянии потока мы полностью растворяемся в деятельности, получаем от нее удовольствие, обретаем уверенность в себе и способность достигать новых высот. Удовольствие не приносит счастья, но помогает обрести внутренний порядок. Счастье невозможно без четкой цели и обратной связи. Деятельность человека должна соответствовать его способностям. Простая деятельность не приносит счастья. Биологические потребности, еду, секс можно превратить в потоковые переживания, если взять их под контроль и усложнять. Люди с высоким интеллектом счастливее тех, кто не блещет умом. Развивайте память, читайте, улучшайте речь, занимайтесь наукой, изучайте историю и станете счастливее. Работа помогает нам стать счастливее. Нужно только не ждать конца рабочего дня, а оттачивать свое мастерство, ставя достижимые цели. Общение важно для счастья, но пока человек не научится переносить одиночество и получать от него удовольствие, ему будет очень сложно решать задачи, требующие полной концентрации.